Хорошо, теперь ждем. Ой-ой, кажется, кто-то не хочет пускать нас в башню. Oh!
Почти. Все хорошо, сэр. Просто хотела пробовать новые детали. Башня. Это сердце Эдема. Похоже, не работает. Как и завод, и пилон. Это ненадолго. Слушай, Джул, не хотел говорить по радио. Голоса, что мы слышали, они не с орбиты. То есть как? Звучит дико. Но я думаю, они шли изнутри ядра. Так это ты, Виктор! Джул, уходи! Что? Сет перенесет вас обратно по рельсу. Я тебя с ним не оставлю. Сет нас всех не сможет спасти. Но ты должна сохранить игру любой ценой. Не до споров, Джул. Иди. Нельзя. Надо найти другой путь в башню. Не волнуйся. Кай сможет за себя постоять. Уверена, он в порядке. Надеюсь. Вперед. Направляемся к башне. Let's
женщину! Июня 2053 года. Дошли первые сообщения с Земли. Это ужас, слов нет. Пока мы летели на дальний Эдем, смерч вышел из-под контроля и пронесся по всей Земле. Мандат смог запустить последний эвакуационный корабль. Но все, кто остался, миллиарды жизней, их нет. Как рассказать об этом остальным? Рассказать, что всех, кого они любили, нет в живых. Видимо, это те ворота, о которых говорил Кай. Но такие камни нам не отодвинуть. Посмотрим, нет ли другого пути. Мои смены всего несколько дней. Я лягу спать и расскажу им, когда проснусь. В конце концов, что изменится за 30 лет? Земля так и будет могилой. Вездеход. Это же запретная зона. Ау! Есть кто-нибудь? Смотрите. Виктор. Он что-то сделал с ядроботами. А потом велел им атаковать вездеходы? Зачем он это сделал? Они сломали камеру. И он уже не проснулся. Вы оба стойте! Это ведь ты нарисовал, да? Это ваш вездеход. А в камере твой хозяин. На вездеход напал Виктор. Но один ты с ним не справился бы.
Виктор и моему другу навредил. Его зовут Кай. А тебя как? Дункан. Я Джул. А это Мак и Сет. Нет, они не с Виктором, они со мной. Мы направляемся в башню. Хотим остановить Виктора и спасти Эдем. Поможешь нам? Отлично. У меня уже есть для тебя задание. Ты будешь рада узнать, что я не забросил кино по пятницам. Только вот в гостиной без тебя полный бардак. Надо бы убрать попкорн, пиццу и... Что там еще? Старенькая фантастика и фильмы про монстров лучше всех, правда? Помнишь «Франкенштейн», «Космическая Одиссея»? Меня всегда удивляло, почему мы ждем, что наши создания обязательно восстанут против нас. Звериные каркасы для работ по сносу, так, Дункан? Ну что, начнем снос. Ко мне. Идем, Дункан. Разбей. Молодец, Дункан. Разберись.
Декабрь 2083 года. Отдых пошел мне на пользу, но еще приятнее было увидеть, чего достигли ядра боты, пока я спал. Литейная, благодаря Виктору, уже работает, и выпуск ядер идет даже сверх плана. Пилоны готовы к активации. И еще я получил новости от эвакуационной терапии. Они целы и готовы начать замедление для входа в систему Эдем. Теперь задержка сигнала измеряется лишь днями, а не десятками лет. И мандат хочет отправить мне большой пакет данных. Обновление прошивки ядра боты. Не знаю, чем они хотят улучшить мой изначальный проект. Впрочем, не важно. Пора будить другие экипажи. Я готов рассказать им. Ведь сейчас я впервые понял, что Бенни нас ждет успех. Thank you.
Джейсон. Вы только гляньте. Неудивительно, что сюда нельзя. Зыбучие? Надо быть начеку, вдруг буря. Слышу, тебя отлично вялят. Поджарим! У ближайшего телепорта. Ясно. Интересно, что там такое важное? Через лабиринт? Это цех переработки веретен, что ли?
Все, хватит Виктору хозяйничать. Пошли. Наверное, вход. Скрестим пальцы.
Вернись. Сюда, приятель. Идем, Дункан. Идем. Разбей. Бей, Дункан. Сюда, ко мне. Дункан, сюда. Ты что, Виолет? Готово. Класс! Отлично! О, да! Ага! Сработало! Класс! Thank you.
Thank you.